Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Иван Александрович, старший кредитный инспектор банк Тинькофф, отдел взыскания. Арина Николаевна, подойди к телефону. Кого позвать? Ирину Николаевну Пушкарева. Не могу позвать. Что-то хотели рассказать. А вы кем приходите? Это она нам приходится, клиентам. А скажите, пожалуйста, этот номер кому принадлежит, вам или ей? Этот номер, на который вы совершали звонок, принадлежит ей. Она воспользовалась бесплатной услугой переадресации, сбросила звонок, так как не хочет общаться со специалистами банка Тинькофф. И теперь вы общаетесь с ее юристом. А, я понял вас. Хорошо. Как я могу к вам обращаться по имени? Дмитрий Евгеньевич. Угу. А, значит, ну так как вы ее представляете, я правильно понимаю, как ведь запросы идут в суд, что она не согласна, с оплатами? Она не согласна с той позицией, которую выдерживает банк в отношении ее, то есть совершенно необоснованно требует деньги, за которые она никакой ответственности не несет и так далее и тому подобное. Вы наверняка знаете, что я хочу вам сказать. Каким образом банк ей вручил якобы эту сумму и какие хочет обратно получить проценты. А скажите, а в суд уже было обращение или нет? Это сугубо внутренняя информация, мы ее разглашать не намерены. Вы будете знать в первую очередь. Банк будет знать об этом в первую очередь. Естественно, по всем законным регламентам он будет извещен. Хорошо, Дмитрий Евгеньевич. Информация тогда укажу, что вы являетесь ее представителем, то, что клиент сама на связь не хочет. Очень хорошо, что вы ее представляете. Она игнорирует. Всего доброго, я понял. До свидания.